вы полюбите. Хотите вы этого или нет? Чувства непостоянны, как и облака. Но любовь – это не только чувство. Любовь – это проявление. Любить – значит не бояться проиграть, не бояться быть преданным. Ты думаешь, твоя любовь угасла? Но, быть может, она просто стала чем-то большим. Разбудите божественное начало, которое спит в каждом мужчине и каждой женщине. Познайте друг друга в любви, которая неизменна.